тебя там 30 лямов было, или сколько? 20 35? Лямов у меня. 35 лямов. Когда у меня были? Можешь позволить себе ключ. А если я куплю ключ, открою, там будет красная карта, что ты будешь делать? Я заберу. Схрена ли ты заберешь? Схрена ли баня упала? А потом я ключик просто покупаю. Вот. И потом, если выпадет карта, она тебе достанется. Все сказал. Хороший план, правильно? Правильно. Так, чат. Прежде женщин я никогда не бил. Да, теперь вещи без галки можно продавать. Похоже, БСГ сами придумали эту фичу. Даже не подсматривали ни у кого. А почему они вообще не сделали новый пак игры там за 20 тысяч, чтобы ты продавал вещи без галки? Кстати, да. Чё-то не додумались, блин. Ой, так, ой, какая графика. Нравится? Я сяду в туалет и буду сидеть в туалете. А пойдем по крысам реально мечинг. Только дверь за собой закрой. Бля, бутик. Ух ты, господи, не испугалась. Не, слушай, он тебя там увидит. В смысле, вот так? Нет, не увидит, ладно. Тихо, тихо, металл, металл! Замри, 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 замри. Твою мать, меня увидит. Тихо, тихо, тихо. Зачем ты пришла сюда? Хотел посмотреть. Двое бегут. Открывает. Там второй. В мечинку перебеги, бегом, 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 бегом. Угу. Я его сильно продамажу. По контролю сейчас хаешку кину. Давай. Сейчас готовлю. А не готовься. Ой, хорошо. Ты его взорвал. А я думал, ты убил его. Нет, ты его взорвал. Так, карты красные, быстро сюда, бля. Сидит уже. Щупает. А я уже инъекторницу забрала, я ничего не знаю. Кого? Инъекторницу. Инъекторницу на базу, мой план был, блин. Рабочая тактика моя, слышишь ты? Мыша, блин. Ай-яй-яй. Еще есть, еще есть. Платник. Ой, платник, магазин. Убил. Ты, блин, мышавур. Что делает чат? Ай-яй-яй. Я подумала, что я перебежала, зря что ли. Иди на центр чека, я сейчас полутаю типов хотя бы. Металл. Опять металл. Меня не убило. Центр? Да. Не-не-не-не, там же, у двери. Граната. Моя. А, нам тоже что? У двери там же. Угу. Бегает там из туалета в комнату, из туалета в комнату. Так, скажешь мне, когда он будет в комнате именно? Левый. Поняла? Да. В туалет сейчас. Угу. В туалете? Не понимаю, нету этого. А я дал. Вон выпрыгнул с туалета на улицу. Вдоль здания сейчас он. Убил. Еще бегать.
Ой, блин, у магазина еще. Живая? Сейчас умру. Или не умру, она убила. Я тоже убил. Кто-то в мусорке. Чувак, скорее всего. Срочно хаешку, чел. Че, не убил его, блин? Вера себе тут типы. Все, я отхилилась, сразу закинула. Ты там бегаешь как-то там? Да, да. У нас у мусорки, по-моему, чел сидит. Если я его не взорвал. Запрыгиваю первый. Неверно, дверь закрыла. У тебя сумка нормальная же? Если стерео какую-нибудь сумку нормально будет? Да, у меня сумка норм. Резик, это стерео твоего. Багарий тяжелый, больно, нахер он нужен. Ты оружие скидываешь? Я скинула. А, ты там, что ли? Что, думал, ты тут где-то стоишь? Ох, под роликом взорвутся жепы опять. Человек купил ключ, а ты его убил. Как ты мог? А на этот какой кайф на лагу. Зашел, короче, все эти инъекторы забрал, короче, и умер. Тем более, сейчас она бесплатная. Да. Вообще-то порог должна быть как говно. Причем у тебя в подсумке... Заканчивается. Может быть, что ты, допустим, две... Инъекторницы, и ты просто туда все запихал, все шприцы, и все. Да, и ледекс еще можно забрать. И ледекс, и все подряд. Чем бы нет. Кажется, я взорвал гранаты типа у мусорки. Да. Я кинул туда трофейную... В РГН-ку, которую поднялся, типа... Ну, не было ни криков, ни хрена, он просто молча умер. Что за человек, блядь? Мог бы и крикнуть, и умер. Ну? 6 типов убил. И если вам понравилось видео, не забывайте подписаться на канал, оставить какой-то комментарий для продвижения и почаще заглядывайте к нам на стримы.